Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодня 25 апреля, и мы съездили в Леруа Мерлен и прикупили вот такие туи. Стоят они 1650. Каждая туйка, она довольно-таки высокая. Вот так я издалека вам буду показывать, чтобы лучше было видно. Высота туйки такой, метр, какие-то метр 20 были. Сорт туи смарагд, очень красивые туйки. И сейчас мы привезли их на дачу и будем высаживать. Вот думаем, в каком расположении их посадить. Место мы уже выбрали, по идее, какую сторону. Вот вдоль этой как стороны мы будем садить. Это граница с соседним участком у нас. И хотим посадить там 3 туйки. Сейчас будем выбирать, как же мы их расставим. Пока мы тут расставляли туйки, у нас прошел ураган. В общем, мы переждали и вот так вот решили поставить. В этом углу у нас стоит 2 вишни. Мы их пока оставим, а потом подумаем, что что-то тут, может, и придумаем. С этой стороны у нас такой парничок. Тут тоже пока мы не придумали, что сделать. Ну вот, посередине поставим так вот, 3 туйки. Где-то расстояние между туями 1,30 м мы сделали. Нас это вполне устраивает. Пусть растут. Они разрастаются и в ширину, и в высоту. Ну, я думаю, может и когда-то и сомкнутся, конечно же. Итак, начинаем делать ямки. Вот мы достали тую из горшочка. Смотрим корневую систему. Ну, вроде как неплохая. Это уже вторая туйка. Первую я посадила. Там вот такой срез был. Тут вроде как, ну, тоже есть срез, но в другом месте. И сейчас нам надо ее посадить так, чтобы корневую шейку не углублять сильно. Так только ее присыпать землей. Вот. Будем садить. Ставим. Ямка глубоковата. Сейчас будем подсыпать земли. Земля, кстати, у нас подходит под это, под для туй. Она у нас не суглинистая, поэтому почти ничего добавлять пока не будем. Хотя написано, очень много всяких добавок нужно, но я не первый раз сажу туи. И все прекрасно растет. Подставляем, снова примеряем. Еще чуть-чуть можно добавить земли. Вот так вот. Сейчас посмотрим, какой стороной, чтобы она нам смотрела на нас красивой стороной. Вот так вот как раз. И засыпаем землей. Засыпаем землей. Все, можно включать. Вот мы посадили. Уже немножко утрамбовали землю. Корневую шейку до конца не прикапываем. А так чуть-чуть присыпаем землей. Последнюю туйку мы, третью, посадили. Тоже сильно не углубляли корневую шейку. Так вот, сейчас польем все 3 туйки. Вот работа наша подошла к концу. 3 туйки мы высадили. Мне очень нравится результат. Естественно, с годами все будет лучше выглядеть. Туя будет разрастаться и в ширину, и в высоту. А мы будем наблюдать за этим. Спасибо, что вы были со мной, друзья мои. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. С вами была Светлана Камаш.